Привет, друзья! Смотрите, какую нам пахучку подогнали. Zara Home Dark Amber Car Fragrance какой-то. Так, это автомобильная. Я сразу подумал, это домой, а это оказывается автомобиль. Коробочка, видите, как красивая упаковка. Так. Ну, уже так стильненько на первый взгляд, да? Ну, особенно будет на этих решетках. Так. Если бы еще Zara не было написано. Да что, ну, пахнет нормально. Так, посмотрим, что у нас здесь. Made in Italy. Интересно, на самом деле Italy или нет? То есть здесь не видно жидкости, видите? Скорее всего, там какая-то поролон или что-то пропитано. Это очень хорошо, чтобы не капало. Так, и теперь на какую? На эту сторону? Да. Вот это крутится вот так? Ну, да. Друзья, одно время Zara, точнее не Zara, а этот, Амансио Ортега, это владелец Zara. Он был в какой середине? Здесь? Да. Не, на мету посередине прям. Все. Дальше не одевается. Вот так она и будет. Ну такое, а не, ну свежее. Нельзя? Вот так. Ну как-то так. Я думала, оно будет не так, если сильно торчит. Да? Такое. Не знаю. Ну как бы я думала. Будет так, а там посмотрим. Ну, запашок, в принципе, нормальный. Посмотрим, что она покажет в этой жаре. А коробочку мы не выкинем. А что-нибудь сюда приспособим. Например, будем ложить монетки, копилочка. Ладно, потом разберемся. Погнали, а то жарко. Ах да, вы не забудьте подписаться на канал. Будет много чего интересного. До новых встреч.